Какой наибольший груз может приподнять мальчик, масса которого 42 кг, пользуясь одним подвижным и одним неподвижным блоком? Один подвижный блок, один неподвижный блок. Здесь стоит мальчик, который пытается приподнять. Масса его и вес. Масса мальчика 42 кг. Задача спрашивается, какой максимальный груз может приподнять мальчик, если он будет пользоваться одним подвижным, одним неподвижным блоком. Давайте определим сначала, какой вес ему мальчик. Масса у него 42 кг, P равно mg. Возьмем для простоты g равно 10 метров за секунду в квадрате. Можем 9,8, но это не столь важно. Иногда берут 10, иногда берут 9,8. Посчитаем, какой вес в данном случае у мальчика. P равно 42 кг, что множится на 10 метров за секунду в квадрате. Это равно 420 кг на метр на секунду в квадрате, либо 420 ньютон. Мальчик будет тянуть этот груз с усилием 420 ньютон. Он будет пытаться приподнять этот блок. Максимальное усилие, которое может создать мальчик, это усилие равно его весу. Можно сказать о том, что сила натяжения вот в этом месте T будет равна весу мальчика. T равно весу мальчика P. С другой стороны, мы знаем о том, что неподвижный блок силу не поменяет. Он ее передаст такую же, как и получил с одной стороны, передаст ее на другую сторону. Можем сказать о том, что натяжение троса в этом месте будет такое же, как и натяжение с этой стороны. Вот здесь будет натяжение троса T. Для того, чтобы увидеть, почему он передаст такое же усилие, можно посмотреть файл 004.015. Там указывается, что неподвижный блок может передавать усилия одинаково. Он силы не меняет, зато может поменять направление приложения сил. В данном случае видим, что здесь неподвижный блок передал в эту сторону усилие, равное P. Теперь, что касается подвижного блока. Подвижный блок увеличивает возможность с точки зрения грузоподъема. Если его вес, вот этот P2, скажем так, то этот вес P2 распределяется на два натяжения троса. Этот T и этот T будут одинаковы, и сумма этих двух натяжений троса будет равна P2. Мы можем сказать, что 2T равно P2. А T здесь равно весу мальчика. Можем сказать о том, что вот этот P2 вес будет равен 2T и равен 2 весу мальчика, если подставить сюда эти значения. 2 умножить на 420 ньютонов будет равно 840 ньютон. Итак, за счет подвижного блока мальчик может поднять груз практически или приподнять груз практически в 2 раза больше, чем его собственный вес. И равный 2 раза больше, чем собственный вес. Ответ: при массе 42 кг, естественно, весу 420 ньютонов, он может приподнять груз весом 840 ньютонов. Если пересчитать на массу, то P2 делим на g будет равно массе 2. Он может приподнять 840 ньютонов, делим на 10 метров за секунду в квадрате. Ньютоны мы можем заменить. 840 кг на метр на секунду в квадрате идет вниз. Здесь 10 метров на секунду в квадрате пойдут вверх. Метры сократились, секунды в квадрате сократились. 84 кг масса может быть. Это М2.